Иван, приветствую. Продолжение нашего разговора. Значит, вот эту гайку я скрутил. Значит, здесь на самой втулке есть вот то, что я говорил. Две засечки под какой-то ключ. Гайку снимаешь, соответственно, вот эта шайба, она болтается, но колесо не сдернуть. И такая же ситуация на этой стороне. Как мне, соответственно, снять их и привести к вам? Иван, еще раз приветствую. Все, я открутил, подшипники там внутри живые, потому что все намазано было солидолом. Готов завтра эти два колеса подвести. Давайте время согласуем, я подъеду.